Итак, друзья, всем привет! Прошлым летом произошло непредвиденное обстоятельство. Сгорел музыкальный центр, сгорел из-за грозы. Вот эти вот провода, то, что сейчас подключены, они идут через улицу. У меня колонки стоят под крышей, чтобы они на улицу работали. И, скорее всего, по ним молния пришла в центр и, в общем-то, носил два раза в ремонт, оба раза ничего не получилось. Два мастера делали, не смогли сделать. Говорят, что оригинальные детали нужны, их сейчас практически нигде не достать. И взамен его взял я такой вот усилитель. Все очень просто. Ссылочка будет в описании. Стоит он на момент покупки 1250. Сейчас, может, он стоит еще дешевле, так как доллар стал снижаться. Вот он как подключен. Тут бананы подключены. Питание от ноутбука Asus 19 вольт. Вообще рекомендуют питание 24 вольта. Ну и 19 тоже довольно так и неплохо. Итак, питание от ноутбука вот сюда не подошло. Пришлось сделать вот такой переходничок. Ну, вот это стандартный разъем. А этот я подобрал методом тыка. Просто пришел в магазин с питанием и подобрал там. Очень дофига вот таких было штучек. Так, в общем, какие минусы у данного усилителя. Сравнивал я его с пионером, с ресивером. И с одного и того же источника. Он немножко похрипывает. Но, собственно говоря, оно и понятно. Тут схемка внутри. Она стоит, ну, от силы 500 рублей. Остальные деньги стоит этот вот корпус. Красивый металлический корпус. И второй минус, если мы пускаем с ноутбука или с телефона, то звук дает не очень громкий. То есть, если, например, вы решили устроить дискотеку, ну, не совсем будет громко слушать, будет так, как бы так приемлемо. Давайте вот сейчас запустим и посмотрим, как это будет все выглядеть у нас. Сейчас я буду выворачивать на самый максимум. Был самый максимум. Развернись плечом, поднимись рука, удовольствие мой клич, завися в облака, экомпрай. Вот так вот выключается питание. Ну и так, друзья, на этом можно закончить. В следующей части я расскажу вам, как я соберу предварительный усилитель. Для этого усилителя с Bluetooth модулем, FM приемником. И сигнал там должен быть значительно громче. И, в общем, подключим и посмотрим, как это все работает. Ну, на этом первая часть заканчивается. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь.